От «Мачете» до «Детей шпионов», Роберт Родригес, Донни Трехо и Джессика Альба – заядлые хиты красной дорожки в Лос-Анджелесе. Звездный состав режиссера уже четвертый раз служит залогом успеха в известной детской франшизе. Альба, которая ждет своего второго ребенка, поделилась, что была счастлива сниматься в картине, которая интересна не только для взрослых. Мне нравится, что моя дочь сможет посмотреть этот фильм. Большинство моих работ абсолютно для этого не подходит. Так что было очень здорово сниматься в фильме, который может доставить ей удовольствие. «Дети шпионов 4D» представит нам геройских ребят и Альбу, как и в предыдущих частях, сражающихся против мировой угрозы. Родригес поделился, что с удовольствием утвердил тот же актерский состав, чтобы раскрыть многогранность своих героев. «У меня тенденция занимать одних и тех же актеров в разных ролях, потому что я сдружился с ними, и потому что я вижу их огромный потенциал, который не успел раскрыться в предыдущих работах». Даже самые юные актеры Мейсон Кук и Роуэн Блетчард сказали пусть не заумные, но хорошие слова в адрес режиссера. Если его описывать, то можно сказать так: это ребенок в теле взрослого мужчины. Он воплотил настоящую детскую мечту, потому что я уверен, что каждый ребенок мечтает стать шпионом, иметь кучу гаджетов и навешать оплеуху плохим парням. Просто уверен, что каждый мечтает об этом, потому что лично я уж точно мечтал. Он был вдохновением для каждого из нас. Он просто потрясающий. Он по-настоящему раскрыл меня, и я люблю его. Формат 4D подразумевает, что перед сеансом вам будет вручена специальная карточка запахов, которую вы будете в определенный момент, указанный в фильме, потирать и вдыхать. «Дети шпионов 4. Армагеддон» выйдет на экраны в августе.